Воронки падают там, где дура вот это. Там вообще воронки. В первую очередь сыпят, на тот трэш пойдем. Что-то никто не плюсует. Так, вот бузер первый. Люди на воронке, 7-8 пати будут. А ну, теперь открылось, у вас есть око теперь? А, ебать, стоп, а вока, что там надо было? Да, из Банджей. Третья карта. И все, да? Так, и убитая ЦМК 25 обычка на фул. Око есть. Слышишь, у меня, короче... Давай ЗС поставим на... Скажи мне на... ЗС на вторник. Ну, во вторник меня не будет. То есть, око, если вы танка найдете, это хорошо, а... На вторник, я не знаю, где вы будете искать еще докарного. Что так у вас рейд стоит или что? Если рейд стоит, то мы ж не побьем трэшня? Или побьем? Побьем. Там что, можно бить трэш, не агрить, не убивать боссов, типа? Да, да. А, ну, КД не вешается, да? КД не вешается. Понимаю. Вот, я тебе линканул, короче, там, смотри сам, перчатки. Все получат воронки равномерно, даже те, кто уже открыл там два куска, получат на будущие куски, но сначала получат те, у кого есть неоткрытые. Ну, а кто молодой перспективный по 3, маг без одной Т5? Тот пойдет в пизду. Не по три штуки сразу, не по три штуки сразу будут получать, а равномерно. То есть не будет такого, что мы бьем всем рейдом воронки на одного человека. Мы будем ходить сюда каждый день. А чё, мы в ЗС идём или куда? Ока, идём. В ЗС воронки не падают. Смотри, мастер, ну я тебе предлагаю ЗС на понедельник, потому что во вторник меня не будет. Думай сам, мне без разницы. Какая разница, что мы во вторник будем делать? Ну так вы, по крайней мере, точно три босса убьете. Без меня, а там я не знаю, штаники будете выбивать, с кого это вопрос. О, бля, достаньте мне скрытие. Пряности из гибанка, я рыбы сделаю. Там стак, по-моему, что с пейками. Хочешь, с пряности достань. Упаковки, специи. Ты спрашиваешь, почему, кто вводит ссылку? А, я ДС хочу купить на боссах, ну на квест. Там ДС вы за фул цену продаете с гибанка или за пол? За пол. Ну, какой квест у тебя? Да не за фул, блин. А, ты на посох? Ну да. Ну мне там. Не за фул, там штук за половину будет. Мне штук 10 хотя бы купить, там 5 я уже докуплю или куплю СОДшки. А что за ДС? А там, по-моему, 10 есть. Да я проебал уже все. Ну, он у меня еще на один ДС. Лучше меньше базарьте, подлетайте к камню, надо сумонить лока. Тут еще алики есть, они могут убить нас. Достаньте кто-то, кто возле этого стоит, возле банка. В принципе, если у меня будет шам, я чисто теоретически могу этот, уже получить 270-й левел. Ну, либо шею с острова, тогда мне будет 100% 270-й левел. Боярский тоже анрол? Войт. Ой, не анрол, а этот. Войт, ты тут? Чё? Дай мне старейшину, я достану специи, пока вы там собираете еще рейд. А ты кто? Сумерведь. Просто, Войт, перекинем его с ГБ. Да, или перекинем. Да, он, наверное, уже возле этого, возле данжа. Мастер, ну ты ответил на мой вопрос? Нет, не ответил. Смотри, я вот смотрю, больше браслетов нету. Так же самое, есть только кожа в этом, скажи мне, ЗС. Я там видел какие-то латы, но они походу на РП. Они на РПБ все идут. Ну нахера мне анхолику РПБ? В горожане есть тоже на хосту. Гениально. 360-й. Горожан, который мы не ходим. 260-й точнее. Так, что у нас хилы? Ой, ну где ты, блядь, видел эти запады хосты? Я сейчас не знаю, не помню. ХМ-10. Вот там запы падают. Сила хоста, вот это все выпал. Ну, крит хоста. Ну, это опять же, надо захилить валькирию, и туда мы не ходим вообще.
танки сомалийские, микстурка, я думаю, хватит. Думаю, как... А, ну... Все, сейчас сумманю всех. Тыкать в шкаф. Еще раз, набралось два человека, те, у кого есть неоткрытая Т5. Есть еще люди, у кого есть неоткрытая Т5. Ока на трэш, воронки бесплатно. Суйте. Желаю. Да, есть сейчас на школе проспект. Еще вам тут лужи нужны. Так вот, за БЕшки, БЕшки тоже ролик? Посмотрим. Я такой, что будет обнова скоро, будет что-то там с ГБ, да, там что-то покупаться. Вот БЕшки лучше бы ГБ покидать, продать бы. И так воронки будут отдаваться. Ну, я не знаю. А вообще, вот, да, вот, я такой, чтобы воронки покупал бы за полцены. Не знаю, ну хотите собирайте, когда хотите. Я сейчас собрал так, как собрал. Не, ну понятно, понятно. Собираешь ты, это я просто как предлагаю. А там решаешь ты. Просто никто не собирает, я поэтому так и решил собрать. С РТ, как пойдете на РТ, там боссов, там пускай они идут куда хотите. Куда РЛ скажет, туда и пойдут. Да, в принципе, воронки получается как там бы, их тоже выходит много. Два раза больше, в три раза, там даже или смотря сколько мы за неделю. Если три раза будем ходить сюда, то это шикарно. Вот, пускай приходят желающие. Ултер, ты тут? А можно их закинуть сюда, шипать? Кого? Бузера. И микстур. Пятый пакет. Да хватит, в принципе. Народ. Ты что, Бузер еще не открыл теперь, да? Еще раз, суммоните мага. О чем речь может быть, если он до сих пор цепной хилит? У тебя есть кусок? Все, у кого есть кусок, не открытый Т5, линкуем его мне. Все, Волтер, я кинул смон, танки давайте, бля. Через прорицателя. Сумона не пришел, Войд. А ты уверен, что у тебя все выполнено? Значит, у тебя на фуксалках? Да, не, там же третья ката, я забыл. Сейчас захожу. Там какой-то моб крутит вихрь. Нужно осторожно. Кто упал, сразу встаем, бежим. Можно, в принципе, теперь армс делать, как еще армс сделаем. Ну зачем вы страх даете? Стоим, не двигаемся. Подходите, а то там мог бы вихрь крутить, легионер вот этот. Вихрь, отходите, отходите. Потому что сдохнут. Шанс он пользуется.
Может, вместо воли взять эту клинку для Савара? Зря ты, кстати, воля недооцениваешь. Это прикольная клинка. А воля говно. О, меня сейчас выебут. Выебали свои жены. Парень. Это тебе за волю. Мне бы хотя бы волю, блин, я сейчас и рад был. На АДК волю. Да. Говно, сразу говорю. С теми тринками, которые тут есть, это говно полнейшее. Понимаешь, что я не заберу те тринки, которые есть? Да, если тринки, блядь, на хосту. Ну, ЗС на хосту это говно. Она прокает нестабильно. Я вызываю гаргу, она еще не прокнула. Гарга появилась, а только прокает тринка. Какой я только макрос не писал. Пуляйте, не? Сумоним, что? Через прорицателя играем. Метку на прорицателя правого поставь. Выбор, Хэм. Есть у меня выбор. Все, но это говно будет. Так, с 1, 2, 3 меня нормально слышно? Пока да. Нихуя ты, ебать, ворвался. Зачем ли генера делать жить? Ёб вашу мать, здесь зачет крутится. Меня заставили, сейчас пизды дадут еще раз. Это тебя за волю. Если по воле убрать вот этот прок на ловкость, ну чисто, чтобы она давала там, типа я ворам... Я тебе больше, она ловкость не дает прок у миликов, силовиков. Ну так, это вообще топовая меланхолика, чё? Дает хосту, крит плюс этот, либо силу. Ну, это вообще топчик на анхолику. Салфетки есть? А покурить успею? А опять меня законтролировал. Кого-то пизды буду давать. Сам потом не кидывайся, но мне трэш просто был на мосту. Угу. Сколько килов? Спекайся, конечно. Да хватит спамить тех, кто хотят, уже пришли. Прорицателя играйте. Точнее, войну зад не хочет.
сомалийский забирай, я подумал, что не заберем. Ну чё? Вот это. Что-то далеко так сидел. Первая пошла. Вот, можно вопрос? Давай. Вот смотри, я у гильдию на следующую Т5, на вторую, первую я открыл за свой счет, вторую я у медведя купил две штуки, и вот мне третья осталась для второй Т5, но второй Т5 у меня пока нет. В каком приоритете я приеду в этой ситуации? В приоритете и ПГП. Ты про что, про Т5 кусок? Нет, я про воронку. У меня последняя воронка, второй кусок Т5, которого у меня нет. Два этих куска я купил у медведя. О, большой моб. Этот. Там же. Все стенки перед лицом. Сюда, в лицо становимся моба. Подожди, отводи его назад, летит второй моб, уводи его куда-то, видишь, пусть он прям к нам летит. Ночью летит. Он уже сагрили, мост сейчас сагрил. Он уже сагрил. Ну и третий моб вон он. Дядь, зачем мы тут встали? Дядь, мы внизу должны быть. А третьего зачем? А зачем внизу? Пиздец, меня вниз толкнул. Надо было уводить этих мобов. Короче, сейчас если ложимся, то ложимся. Да, ложимся. Ложитесь. И еще раз, ребята, танки, надо мобов вот этих выводить, потому что они летают там патрули 3 штуки или 4. Берете одного большого и спускайте вниз. Тогда сначала надо внизу зачистить маленьких. Прежде чем наверх, типа что-то внизу еще стоит. Там можно было вниз на эту. Немножко на спуск спустить и все. Чтобы не сагрить с верхнего кольца. Задыхайте. Прыгайте в трэш, сейчас задыхайте. Приведу сейчас, зачем? Заходите в инст. Не заходите, они идут у вас. Выйдите с инста, что вас убьёте. Задыхайте. Надо аккуратненько с трэшем, потому что тут патрулей много наверху. Чтобы вы не вайпались. Большой моб, вы вышли с инста. Блять. Все или не все? Сейчас все выйдет. Блять, сдохните. Сука.
Надо трэши рылить как босса, блять. Там надо было просто пробегать, всего лишь одного моба могли бы. Надо где-то просто кто-то начинает в носу ковыряться. Большого моба взять и спустить вниз. Сейчас 3D-метку поставлю. То вы идете, я говорю, летит моб, я говорю, вы говорите похуй. Летит второй моб, похуй, вайп нахуй. Я тут для того, чтобы смотреть, чтобы вайпа не было, а вам похуй. Только возвратились эти мобы. Ставлю 3D-метку. Вот сюда спустить моба большого надо. Вот он, любой моб. Берешь, спускаешь, только не двух вместе. Вот и все. Вот любого моба. Идите сюда быстрее все. Ну, хильте. Лицом к лицу моба встаем, чтобы не отлетать в центр зала. Если отлетите в центр, то согрите мобов. Тут уголок, по-моему, есть где-то. Вот, вот сюда. Сейчас я тебе переставлю череп, поставь моба сюда. Да, ты понял. Спиной в угол встали и бьем. Ничего страшного. Только в трэш не, вы, не улетите. С этого моба могут две воронки упасть. И ты, РДД, ты можешь встать подальше. Да блин, вот этих здоровых вообще не надо бить, как эти ситуации. Да с них две воронки падает сразу. И Т5. Все, еще патруля. Вот если мы сейчас в арку пойдем, вот этого моба я забираю и в арку прячемся. Осторожно, спускайтесь все назад. Моб идет сзади вас, он вас убьет. Не сагрите второго моба. Раскройте глаза. Повезло. Если ты говоришь, у тебя один кусок на вторую открыть остался, да? Одна воронка. Второго куска самого нет, но осталась одна воронка, вот. Сегодня получишь точно. Я, в принципе, не против у гильдии выкупить третью воронку, так как первые две я уже... Раз такая пьянка. Дайте лапу. А, есть. Через
прорицателя или воздаятеля. Прорицателя, по-моему, не играем. Только легионера всех... заберу. Чародейская вспышка, 42к. Заведился. Берем других мобов. Тех только не сагрите. Сейчас добьем. Отходим. Хорош. Дайте шкаф. Да вы чё? Ой. Ты сомалийского, он один танкует. Милики, оттуда надо выходить. Встали, побежали все, кто упали. Через череп бейте. Все остальные бегут. Зачем вы агрите, как попало мобов? Что париться, с риском уронить? Да они не видят, что патруль идет. Стоят, тупо ждут. Ну кто ФК, у того приоритет упадет просто. Берите мобов с хилов. Заебись, хули. Красавчик император. Классно.
Быстрее проходим, летит эта птица. Она там возвращается. Лапку. Легионеров отведешь? Сразу вот сюда куда-нибудь поставить. Стой, там еще идут. А два легионера. Давай, забирай легионера. Второго. Крест играем. Так что ты с боехами решил? Ролим так просто. Не знаю пока. Они еще не падали. Да, ну сейчас уже почти как трэш будет. Ой, все, ну я с вами, парни. Меня хорошо слышно. Да уши зам слишком сильно слышно. Да я тебя тише сделаю. Нет, сейчас я сам сделаю. Сам типа закроешься. Давай, тягрите. Стиль ушел? Да, он же написал. По звездочетам играть, я не сильно бью магией. Прохил. Поставь метку, в кого играть. Знаешь, что 30 битной системы больше 3,5 гигабайт? Пиздёж и провокация. Тянет. А вот у меня проблемка вот была сегодня, не потянул. Там много шаманит. Для того, чтобы у тебя больше 4 гигов заработал.
Мы тут же. А чё у нас так много, мы за воронкой? Знаете, воронки все равно. Аккуратно по правой стороне. Пэтов убираем. Сколько у нас? 2 хила всего, да? А, бузер еще 3. 4. Все, поехали, врываемся. Хильчик. Сейчас будет самый тяжелый момент в этом данже. Или место, какое-то место. Турбо, ты тут, не? Да. Ты на сегодня закупился? Да, у меня еще со вчерашнего не осталось. Я себе 2 ящика купил. Так что... Я же в отпуске, бля, ебанулся, что ли? Ну, бля, я много не пью. Я повторяюсь. Так. Да у меня чувак просто... Давайте торгов представить. Патруль ждем. Он мне по халве продает. Ну, короче, там это банк пива стоит... 127 рублей, а он мне, короче, их по 43 продает за закупочную цену. Это не посрочно? Нет, ты чё? Прям они... Как? Нет, они... Им банки этой недели. Они неделю назад выпущены. Ебанулся, просроченные. Пусть нахуй сам ебать давится, ебать своим просроченным. Если бы, ебать, я просроченно пил, я бы дристал, ебать, дальше, чем видел бы, наверное. Ну ладно, извините я. Извините. Там патруль параллельно идет друг к другу, так что надо как-то аккуратнее. Что параллельно идет? Давайте отойдем. Тотемы уберите. Че, патруль убьем? Да, один только, не двоих. Сразу. Это собачий патруль или сказочный? Да вот сюда отходите. Анальный патруль.
Вот крестик поставил, идите туда, вставайте. Вот отсюда. Ой, ебать. Как это вместе идут. Я же говорю, но это же есть холд. О, что? Сейчас зацепим. Блин. Ну пробуй. Заебись. Ну ничего, вторую пачку бери сомалийский, первую этот самый и разводите их. Шесть могу вместе не держите. Подчинение. Все в контроле под местами. Танки. Все в контроле, танки в контроле. Блять, ну такого еще не было. О, что контроля на один свой диск. Метку там... поставь. Кого надо провиться бить? Не вроде контроля. Сейчас с контроля выйдет, просто да? Дефы прожимайте, как другое. Пять контроль. Второй вернулся? Да. Да это бред. Ой, полная хуйня какая-то. Так, получается, надо. О, легионеры выставить. Кто контролит провидец, да? Надо его просто контролить. Да это хорошо, что он контролит. И двое не должно бегать. Давай там с вставалкой. Кто там, давай. Из... Только убеги от мобов. Стойте. Назад убегайте. Сейчас они идут. Не двигайтесь. Да пускай сдохнут. И сдохните нахуй, на кого мобы бегут. Сука, не бегите от мобов. Там сейчас диван резнет человек. Сука, ёбаный в рот. Какие вы бараны. Император Сомервиль, сдохните нахуй. Да я в инвизе был, бля, что-то нахуй. Все, стой, ебать. Да что ж ты дрочишься? Пиздец. Так, и чё, они не ходят, что ли, теперь? Давай, резай всех. Ща, вот, дойду чуть-чуть. Ну, вот, теперь патрули разбежали. Ща, они в Долоран, бля, и уйдут, и уже можно. Рейсы так, чтобы мы сагрили одного. Так, я так понял, провидец контролит, надо будет их контролить. Да меня Рейс не достал. Императора Реса тоже. Блин, вот они сейчас разошлись, надо было сагрить их. Да можем одну пачку сагрить. Да не надо их, Войд, да не их надо, они придут потом. Давай вот этих мобов куда-то. Двоих я хоть? Одну пачку. Да, Миктурка, держи. Хуярь. Хорош. Вот они сейчас разошлись. После этого убьете эту пачку, можно ее бить. Все умрет, а все кинешь по черепу. Он не контролит. Значит, под другим мобам. Череп будем зербить. Не, по-моему, жабу кину. По кому кинуть-то? Попробуй по черепу. Вот, давай. Только доты не вешайте, чтобы не сбился контроль. Нужно подойти поближе. Не проходит. Значит, все да, череп бьем. Убивает. Там контроль на 3 секунды, диспельте. Так 10. Мне на 3 показывают. Мимо поводить надо, на ком череп. Все уже упали.
Ну этих двоих бейте. Пидоров. Заберите смос. Осуждаю, бля. Говно, сывейдется, пидорас. Осторожно, спана заберите. Один мосс и хил. Бузер встал. Босса не мог, блядь, тупой. По-любому с него три воронки падают. Этого резайте всех, резайтесь. Ну, раз я могу выловить. Бля, как он пошел, зацени. Походу бабе сейчас пожалуется. Ну, блять, сагрит ее еще. Ну, будем бить че. Блять, череп идет. А легионеры контролятся? Да. Вот их контрольте, будем бить череп. Отходите, отходите назад быстрее, резайте тех. Кто не встал, идет, блять. Короче, по квадрату дает контроль Сомервиль, по второму без метки легионеру дает контроль. Кто? Сомервиль это резнуть надо, ебать. Все, заныкались в угол нахуй. Вот, ебаный. Пиздец, тотем ебаный. Все, бьем крест все. Сдохнем, значит, наша судьба нубов такая. Людей, которые кидаются в контроль, надо контролить. Кидать эфир. Прочее говно. Как на боссе в Ике. Людей слишком мало, танков контроль берет. Это бред. Бедрила этот моб ебаный. Мы убегаем обратно нахуй. Стойте, не двигайтесь, чтобы мы не согрелись вас. Сука, неужели так сложно не двигаться? Они в любом случае агрятся. Нет, не агрятся. Вот, агрятся, вы. Да нет, меня не били вообще. Вот смотри. Просто гайд записываю. Пидар, о, отличный гайд, слушай, надо. Побежали. Короче, я сейчас предлагаю чуть по-другому будем. Мы их вообще бить не будем. Пойдем в другую сторону, два пака забирать. Да хули тотеб это поставят, один кусагрят. Сомервилл будет бежать, те, которые на платформе стоят. Просто сагрил, блинканулся, ведет к нам. И все. Будем стоять в комнате и ждать. Там через 10 минут ртм. Да мы успеем этих мобов залить. Ты смотришь там по онлайну? Лич сегодня, ура, блядь! Ты чё, дурачок, что ли? Хорош. Моб сейчас, ну, спан, умирай смертью храбрых. Стойте. Отпуститесь назад, то этот моб вас убьет. А тут, по-моему, дверца закрылась. Все, кто лежат, вам нужно встать и побежать. Сучьи дети, блять. Вы что, думаете, вас сейчас придут резать будут? Быстро да. Встали и побежали. Мы, значит, бежим, а вы там разлеглись, блять. Кто лежит, я не буду воронки вам отдавать, блять. Они не упадут, что отдавать-то? Упадут. Сейчас упадут. Осилит дорогу идущую. Лежал, пока лежал, воронку проебал. С профа какое-то говно падает постоянно.
там что-то выпало, последнее желание, вот это пуха танковская. Мне кажется, это охуенная пуха. Мне кажется, она только... Да блин, вы какие-то, не знаю, вы какие-то неправильные. Вы о танках как-то по-другому думаете. Мне кажется, она только наполовину... Идите все сюда. Все сюда идите. Вот сюда и идем все в комнату. В комнату, в арку, как правильно назвать. Так, есть ли патруль неподалеку? Где-то патруль есть? Пусть идет патруль неподалеку. Все в арку, идите в арку. В арку, уйдите в арку. Там патруль идет, Микстурка. Пусть идет патруль, пошлите в арку. Куда вы за мной идете? Все в арке, стоим, ждем. Так, если что, ставлю крестик, где арка. Арка это вот здесь. Стойте все в крестике. Иначе вас убьет патруль. Мосса уже бьет звездочет. Здесь мы будем уничтожать патруль. Сомервилл, иди смотри следующих. Будешь блинковаться только на патруль. Не нарви. Видишь, наш мальчик на полюбушках. А шо, шо делать надо? Ебалом травить? Это я умею. Да, да. Давай, кого надо? Кто-то правую арку приведите, один. Слышишь, кто-то мне кажется, или трупы мобов проваливаются. Где трупы, я не вижу. Где? Значит, в арке нельзя. Нельзя в арке. Будем там, бить блядь, вот сука, воронки перед будет. Аркой. Там воронки будут. Перед аркой будем. Я прям вижу, торчит воронка из кармана. Придется тут бить. Ах ты вор, блядь. Кажется, это хуй торчит. Раз сам с воронку, а там реально хер его. Там такая дырка, блядь, в кармане, да? И ты такой думаешь, это воронка? Нет, блядь. Кто-то бегал, там нету воронок. Это большое нихуя. Здоровушка. Смотри, а тут походу тоже проваливаются трупы. Я не вижу, что трупы... А, у них фото нет. Вот видите, заодно потестили сервер на маге. Текстуры потестили, скоро починят. Так, когда патруль идет, предупреждайте, а то мы вайпануться можем. Кобочка. Нет, патруль идет. Отлично. Так, патруль идет с какой стороны? Он с той стороны, где череп. Трупы постоянно, блядь. Кстати, теперь режим касс, походу, нельзя сбивать, да, хили? Ничего не сбивать. Твои нельзя тут. Все, не огни больше, а то мы сдохнем сейчас. Патруль доходит. Что делать? Быстрее, уешим. Что делать, что делать? Муравьюху приделать, да? В угол, давайте, отходим в угол. Отходим в угол, вы наказаны. Диспельте, бля. Где гречка, нахуй? Горох. Сегодня горох. В квадрат встали все. Тактика, галактика. Осторожно, тотемы уберите. Уберите тотемы, уберите петов. Чей-то тотем там, сука. Как хорошо. А блинковаться надо в патруль, надо, не? Надо, надо. Блинкуйся в Долоран. Какой из Долоран, блядь? Понял. Патруль минует нас. Смотри, он вообще развернулся и обратно пошел. Хорош. Он нас не заметил. Сейчас его, блядь. Мы в инвизии просто что-то. Ну как Фродо с Сэмом надели эти... Плащи невидимки. Мантии невидимки. Какие нахуй, блядь, плащи сами Фродо, блядь. В смысле, эльфийские плащи? Эльфийские. Сколько надо говорить с Гарри Поттером. Или это в Гарри Поттере был удар смерти такой. Не-не-не, в смысле, там эльфийские плащи, они не невидимость дают, а маскировку, блядь, всё. Охуенно. А плащ невидимости был в этом. В Гарри Поттере. О, воронка. Лутай, лутай. На минималка. Лутай, лутай. Все пошли дальше. Что-то патруль. Жадные какие-то мобы. А где все мобы? Все, всех мобов свели? А, вон они вот еще мобы. Так, идет сюда патруль. Ну, давайте тех двоих сюда ведите. Тут арка есть, можно спрятаться. Надо. Если патруль агрится, ребята, каждый сам за себя. Я за себя не отвечаю, да? Не, ну у меня есть как бы блинка Долорана, если что. Квадрат заходи. Ты бы лучше блинковался с Лича, нахуй.
валик. Тут один звездочет идет, может его сагрим? Да, да, он сейчас в контроль двух танков агрит, конечно. Да не, этого одного можно и убить. Да, мы уже один раз его убивали. Ну, это он живой, а мы нихуя не были живые. Да, это тебе показалось. Я отвечаю, сейчас агрась. Серьезно? Да, серьезно. Ну шо, слабый, нас, блядь, почти... Вы императора не считаете, так что в 12 раз. Император вообще, блядь, под гниломордом стоит, нахуй, какая-то РНДшка. Так я автоатак. Уитачишь. Так, завтра пойдем в понедельник. Где-то... Ну, короче, сейчас подумаю. А ты что, удалил РТ на понедельник? Нет, я поставил. А у меня нет. Что, не отображается, что ли? Вот смотри. Да, ты удалил его, походу. У меня на вторник. Нет, у меня око. Есть. Нет, око только на вторник. В понедельник был рейд, но теперь нет его. Дай события для гильдии. Блин, что-то у тебя косяки какие-то там. Не, он просто сам косяк и все. Это не лечит. Сюда, за квадратом. Прячьтесь. Так же лунной походкой? Оп. А если так? Вот ЗС на понедельник ты поставил сейчас. Там и лезьте, вы просто наркоманы, блядь. И сагри мобов, что ты делаешь, маленький, осторожно. Блять, я думал, это моб летит, а это блядь, мастер чарт. Я еще тот моб. Да. И как ветер с небес, он полетел на него, да? Дрались они на крутом берегу. Наконец мастер засадил ишаку. Слышишь? Я надеюсь, это собственное освещение. Народ есть для лича, нет? 40 тел онлайн. 37. Да какая нахуй разница, хоть чтоб 60, над чтоб нормально ребята Ешка. Зашли. Ешка, ребята, роль тебя Ешку, быстрее. Блин, а чё у меня в Ешки не вылезают? Потому что они в Ешки, а у нас они в Ешки. Буе, блядь. Здесь под буйка, блядь. Буе, да. Ебуй. Турбо, мне кажется, все-таки пиво просроченное, бля. Да пошел ты. Что до тебя хуярит, пиздец, вообще. Да, бля, мне так нравится. Гоу убьем босса. Понимаю. Не, босса не надо. Мы уже патруль убили, хватит. Сейчас бы босса в 2,5 пати убивать. Да не, ну я думаю, если по 20. Да за минут 8-30 кдпс был бы у каждого. Если бы дедушка. Метисов... Ну ты понял. Не, ну смотри, метисов. Там, взят... 6 метисов, да? Да, 6 метисов на короля лича, все. Ага, и все 6 метисов падают, блять, валик нахуй вниз. Нет, они со сквернением вниз нахуй улетают. Три метиса чаржутся другие, три метиса и все. Слушай, даже 10 метисов и 4 карасена не пройдут лича, блядь. Я больше чем уверен. Что, карасена чем? Если там еще будет сладкий, то они пройдут. 24 метиса и 1 карасен, они не пройдут, блядь. А что, карасен еще в гильдии, да? Сколько у него ГП уже? 40 тысяч, блядь? Его тема кикнули. Нет, его кикнули. Они не почему, пройдут, почему? Потому что соленый на личи игра. Где вы шума у друга кикнули, бля, ребята? А, мы тебя просто забыли кикнуть, сори. Нет, домашний, бля. Хилится, сука. Оруженосца убейте. Не, сука, хилится, заебал. Это пиздец, он захилится, как ёбаный брод. Пиздец. С него точно 5 воронок упадет. Статик, так мини босс, блядь.
Ебать, да сейчас с него кусок Т5 выпадет, хули, блядь. Играйте через чей-то. Хватит ли нашего ДПС? Бейте в череп, ну что? Нахуй надо, мы бьем все, кроме черепа. Вы что, ну? Сейчас дежавю, блядь, было, по-моему. Ну, на базу. О, боец. Вот это с него и упал. Т5, хули. Зря старались. Это просто Т5, неосвещенное, чё. Печеньки в игру ведут, осветишь. Не, ну какая-то херня, блин. Где ворон? Все, мобов нету, да? А, не, вон еще есть. Все, за РТ собираемся. Раз, два, три, четыре, пять. Пять воронок стоит. Вышел зайчик погулять. Пять воронок, блин. Хорош. На самом деле, Войт, блядь, зашкерил все воронки себе. Да у меня одна только сейчас в сумке лежит, больше нету. Давайте. Видишь, одна, а у тебя до рейда было ноль, не пизди. Получается наебалово какое-то. Ой, это опять всех развел, блядь. Мне кажется, нам пизда. Нет. Тебе кажется. Мне кажется, вам надо не бить, пока танки не поставят, вот. А чё, их можно не бить? Кого? Бабов. Если их не бить, то воронок и не заберем тогда. Чё, можно мирным путём. А, типа, красноречие прокачать, да? Шляхом. Красноречие, как в Fallout'е, да? Чё-то этот пактер слишком быстро упал. Потому что я сдох. Я снижал ваш дамаг. Твой рез и меня. Шансунга сломали. Сущий бутер. Дорого, всё, богато, сходи. Да, идем. Мобов нету. Отойдите, всё, вон иду справа. Да давайте отойдите. Вот этого одного убьем. Ушел тут ходит один. Пошел нахуй. Кого убить? Ебать, вот это отказ, блядь, это я понимаю. По 50 голды каждый. Ну короче, смотрите, сегодняшний итог. Микстурки отдаю ворот. Одна боя. Опа, кто-то загрел. Прыгаем. Пока план. Прыгаем. Увидимся в Долоране. Прыгаем в Долоран. А то есть. Все, начнется... больше никому портал не нужен, да? Начнется смерть. А что, воронка даже падала, что ли? Одна, да. Так, микстурка, иди в Долоран. Сейчас я тебе дам воронку. На Т5. Ты где? Долоран. Бля, а шо в Долоране так темно, ночь, что ли, или что? Ну да, уже блядь, это. Кто свет выключил? Включите свет, блядь. Стой. Так, да не а что, ИП будет? На хила, наверное. Ну я хотел накинуть ИП 500 где-то, но вы уже ливнули. Никто не ливал еще. 500 и я плюсанул. Да, подарочка. Так, вот тебе воронка. Вот так же, как сейчас Микстурка получил воронку, будем на таких рейдах воронки собирать всем.